Добрый день, дорогие мои девочки, девушки, женщины и бабушки. Мы продолжаем нашу тему, мы продолжаем разбираться в наших выкройках, мы продолжаем учиться хорошему вкусу, хорошим точным выкройкам, и я собираюсь продолжать рассказ о том, что мы будем дальше с вами делать с нашей базовой выкройкой, которую мы закончили строить в 17-м нашем видео. Называется «Построение базовой конструкции номер 7» и «Модный приговор своими руками 17». Посмотрите на моем, в нашем плейлисте это видео. Там было построено вот такая вот базовая конструкция, и получилась в результате у нас вот такая история. Полочка, спинка, талиевые выточки и плюс обязательно контроль. Посмотрите, мы измерили с вами 6 значений, 6 цифр на рукавчик, здесь я вам не показываю. И теперь мы будем с вами менять вот эту базовую конструкцию. Наступает у нас третий этап в нашей работе, не менее важный, очень интересный, очень значимый. И техническое задание для этого эпизода будет у нас выглядеть следующим образом. Мы поговорим с вами о том, что такое рельефы, мы поговорим, какими они бывают, как это будет выглядеть. И по этим меркам, вот с этими прибавками, вот на этом чертеже мы построим с вами рельефные линии. Но прежде чем перейти к решению этой задачи, я буквально несколько слов позволю себе небольшой рекламы. Об этом просят мои помощницы, чтобы я записала видео, чем я отличаюсь от других. И я должна здесь это, решить эту задачу, рассказать вам, чем я отличаюсь от других. Тем, что, ну, прежде всего, это простота и точность кроя, об этом говорят все, почему вам нужно прийти ко мне заниматься, почему вам нужно прийти ко мне учиться. Потому что на моих 12-недельных, 3-месячных курсах, которые я, повторяю, провожу всего 2 раза в год, первый набор в октябре случился, следующий набор будет в конце января, и заканчиваем мы до майских праздников. Я учу вас делать выкройки. Выкройки, выкройки, еще раз выкройки. То есть первый раз, видя человека, встречаясь с вами, к концу 4-го часа вы строите полочку, спинку и рукав. Причем сначала мы снимаем мерки, потом вы отвечаете мне на вопросы, как это сделать. Даже все, кто никогда не знаком был с этой историей, приходят ко мне, и у них все-все-все получается. А остальные 12 недель мы в буквальном смысле слова просто набиваем руку. То есть чему вы научитесь за 12 недель? Вы научитесь нормальному, точному, простому, понятному и доступному крою абсолютно на любую фигуру, какой бы сложной она ни была. То есть мое отличие от других – это не просто объяснение и построение одной единственной выкройки на себя любимую, а это мы строим, а это набивание руки, то есть до автоматизма, до того, чтобы у вас никаких сомнений не было. При этом вы знаете все секретики, я рассказываю все нюансы, все мелочи, все исключения из правил, а вы учитесь их повторять, 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 применять на каждой мерке. В процессе обучения мы строим с вами выкройки не только на вас, но мы строим, я даю вам различные мерки, и мы вот таких вот выкроек строим с вами 20-30 выкроек, в результате чего рука у вас набивается, вот в эту книжку вы уже не подсматриваете, ни в какие тетрадки вы не подсматриваете, вы выходите от меня практически профессиональными закройщиками, которым не хватает, конечно, практики доведения этой работы до конца. Но практика – это есть практика, вы можете посвятить ему, ей всю оставшуюся жизнь. Позвольте на этом закончить свое короткое рекламное видео, и продолжение следует. То есть следующий урок мы посвящаем с вами
построению рельефов. Наша тема будет рельефы. Всего хорошего! Ставьте лайки, как принято говорить, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко.